На повестке дня 8 вопросов. Некоторые напрямую или косвенно связаны с предстоящими выборами главы Соликамска. Например, вниманию депутатов было представлено обращение жителей города, в котором они выражают свое недоверие одному из кандидатов, исполняющему полномочия главы города Игорю Давлетшину. Однако проверка и выезд к жителям показали, что часть собранных подписей фиктивные, а некоторые из подписавшихся и вовсе впервые увидели данное обращение. Одним словом, даже в новой системе выборов главы города нечистые политические технологии нашли свое место. Остается догадываться, чьих рук это дело. Другой вопрос о лишении Юрия Петухова должности заместителя председателя городской думы в связи с утратой доверия участия депутатов народные избранники обсуждали за закрытыми дверями. Юристы думы не нашли формальных и юридических оснований для такого решения. Тем не менее, по нашей информации, вопрос о доверии Юрию Петухову депутаты рассмотрят в закрытом режиме на ближайшем совместном заседании депутатских комиссий. Кстати, уже в эту среду, 10 февраля, мы узнаем имена двоих претендентов на мэрское кресло. Такое решение должна будет вынести совместная комиссия, состоящая наполовину из краевых чиновников и местных депутатов. Будут ли сюрпризы? Об этом мы обязательно расскажем в наших следующих выпусках.